Всем тыквенный привет, с вами Dream, и в сегодняшнем видосе мы с вами попытаемся выбить тот самый скин на демона из премиум кейса, который я не смог выбить за больше чем 150 кейсов. Кто не посмотрел видос, посмотрите обязательно, ребятки, там просто боль. И мне написал Азимов, многие из вас знают его, если вы вдруг его не знаете, ссылочка на него есть в описании, переходите, подписывайтесь на его YouTube канал. И он, в общем-то, предложил все-таки выбить мне этот скинчик на мотоцикл. Он мне закинул 8000 UC-шек, ребятки. И если я его и за эти 8000 UC-шек не выбью, тогда это будет просто фиаско. Погнали. В общем, обязательно держим кулачки, ребят, потому что без этого никак. Обязательно пишите свои предположения, давайте в комментариях, как вы думаете, смогу я его наконец-то отсюда забрать или нет. И да, сразу же говорю, ребятки, в этом видосе мы с вами будем комбинировать. Будем пытаться и по 10 открывать, и по одному, и по тактике 16 секунд. В общем, будем пытаться максимально запутать эту игру, чтобы забрать этот скин на мотоцикл. Прямо сейчас мы с вами открываем ящик солдата. Это тактика 16 секунд. Дальше считаем эти 16 секунд. И предлагаю даже давайте снимем одежду с нашего персонажа. Многие говорят, что это помогает хорошему дропу. Ну, давайте проверим, почему нет. В общем, ребятки, ставим лайки, держим кулачки, погнали, открываем с вами первый кейсик. Если не выпадает легендарка, еще один, и так до 5, если я не ошибаюсь. Просто очень давно не пользовался этой тактикой и немножко подзабыл, но в принципе это так работало. Второй кейс, давай. И мое лицо, когда я не выбил предыдущим видосе этот мотоцикл. Вот вы прямо сейчас его опять увидели. Так, давайте десятку. Погнали десяточку. Будем по-разному открывать, ребятки, чтобы хоть как-то попытаться повлиять на этот чертов рандом. Давай. Корячок. Корячок неплохо, вопросов нет. Но он мне вообще не нужен. Мне ничего из этого кейса не нужно, кроме скина на мотоцикл. Головной убор, спасибо, имеется уже. Так, пробуем снова же тактику 16 секунд. Погнали. Ящик солдата, открываем с вами ящик солдата, пропускаем, даже ждать не будем. Так, понял вас. Ну и считаем, считаем. И крутим вот этого вот красавчика. Я не знаю, я когда его выбью, ребят, я буду просто садиться, буду его взрывать к чертям, чтобы вот скин оставался, да? И уезжать дальше, серьезно, это ну, просто эпопея. Ну, давай, 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 порадуй меня, пожалуйста. И давай! Ну, в принципе, тактика-то работает, да, но падает не то, что нам нужно. Давайте десяточку, давайте десяточку. Еще UC-шек у нас достаточно много, попыток тоже очень много, но я надеюсь, что он очень быстро выпадет. Давай. Так, обувь, я вас понял. Штанишки, окей. Опять штанишки, прекрасно. Еще штанишки, просто замечательно. Давай опять, о, граната. Она у меня есть. Она у меня есть, игра. Она у меня есть. Пропускаем все к чертям. Идем снова же в ящик солдата, открываем. Так, ребятки, я думал, я не сгорю. Я думал, все-таки 8000 UC-шек, это достаточно много. У нас есть еще 5000, как ни крути, да. Но 3000 у нас уже улетели. И они как бы ничего нам не принесли. И у меня начинает пригорать. Надеюсь, к концу у меня будет тот же настрой, который был в начале. Погнали. И давай, давай. И ничего. Ничего, просто ничего. Повторяем. Повторяем, ребятки. Повторяем, не сдаемся. Вы видите, падает, крутится. Это золотистая у нас картиночка, да, она заманивает, но, к сожалению, без мотоцикла. Считаем снова же 16 секунд. Я понимаю, что многих, возможно, это будет бесить и кому-то может не понравиться, но, ребят, Просто поймите, я хочу забрать этот скин, потому что тогда было потрачено кучу кейсов. Сейчас еще 8000 UC-шек благодаря Азимову. Снова же ссылка на его YouTube есть в описании. Сковородка. Сковородка. Ну вы видите, да, как бы тактика 16 секунд вроде бы работает. Но вообще не выпадает то, что хочется. Давайте десятку. Давайте десяточку. Пожалуйста, давай, давай, папк. И юбочка. Починки Штейн. Спасибочки, спасибочки.
Повторки падают идеально просто. А можно, пожалуйста, то, что у меня нету? Я тебя прошу, игра, я тебя умоляю. У нас еще 3000 ЮЦшек. Давай, ты меня уже достаточно помучила. Пожалуйста, давай. Настал момент искупления. Папк, я тебя прошу, давай. Вот этот скинчик прямо сейчас мне из дропа оформил. И у меня никаких больше претензий не будет. И я буду дальше копить кейсы. Будет дальше падать серебро. Бог с ним, не вопрос. Сейчас, пожалуйста, вот прямо сейчас должен упасть мотоцикл. Ладно, вот прямо сейчас должен упасть мотоцикл. Вот прям в эту секундочку. Вот нажимаем пропустить. Угу. Ну, третья попытка, да? Ну, как говорится, бог любит троицу. Давайте, с третьей попыточки. Ну, там есть еще много поговорок, да? И про пятак, и про миллион. Но я думаю, мы проверять миллион не будем. Но все же, давай, с пятой попытки должен упасть. Если не упадет, надо будет... Давайте десятку. Давайте десяточку. Потому что видос и так растягивается. И я надеялся, что он с первого кейса упадет и вообще не будет видоса. Но я так понимаю, все-таки видосу быть. Окей. Понял. Принял. Обработал. Вы угораете? Не, ну, это вообще уже не шутки, ребят. Давайте последний раз попробуем тактику вот эту нашей 16 секунд. И после этого еще одну десяточку откроем. Но я надеюсь, до этого уже не дойдет. Ну, потому что это реально будет фиаско, ребят. Я просто сгорю. Давай, давай, мотоцикл, пожалуйста. Больше, чем за 200 кейсов. Ты серьезно не дашь мне этот мотоцикл? Игра. Хватит так шутить. Мне уже не смешно вообще. Давай, прямо сейчас. Еще один. Даже пропускать не буду, давай. Ну давай, давай. Давай. Да ты серьезно, сколько можно? Алло, игра. Десятку давайте, прямо сейчас десятку. Держите кулаки, пожалуйста, ребят. Погнали. Обувь, я тебя понял. Юбка, спасибо. Ничего. Ну, давайте до Талова. Что тут делать? Еще 3 кейса. Погнали. Серебро, спасибо. Куплю себе фрагментов. Серебро, огромное спасибо. На тебе еще 100, да? Купи себе больше фрагментов. Я понял. Последний кейс, ребят. Последний кейс. Все, держим кулаки. Давай. Это будет просто эпичная концовка. Пожалуйста, давай. Ясно? Понятно. Без комментариев. Видосу все-таки быть, я это обязательно выложу. Поддержите, если вам не сложно, лайком, подпиской. Ну, а с вами сгорел Dream. Всем топ-1.